Сейчас будем смотреть на будущее, ребята. Экзоскелеты. А, ну как будущее? Будущее 8 января 2018 года. Но все равно интересно глянуть. Для чатика и всех, кто хочет купить Жигули последней модели. Для мужчин, у которых правая рука накачана сильнее, и они готовы доказать это миру. Мы представляем вам потрясающий автомат для раздачи газировки, блядь. Блядь, охуеть. Я бы купил в таком. Я просто не тем. Я ебать, он такой важный, важно газировку идет покупать, пиздец. Прикольно, да, на гидравлике и так далее? Я такого же клеща вчера видел. Из собаки вытаскивал, наверное. Это была не постанова? Бля. Почему столько дизов на видео? А, бля, кстати, а реально, почему столько дизов? Бля, чувак даже такой, ты когда сказал, почему столько дизов на видео, он такой, в смысле, блядь? В смысле, а сколько там дизов на видео? Хорошо, хорошо, чат. Я не знаю почему. Может из-за этого, бля? Блять, это к чему вообще? А, вот почему. X-Mech Racing League. Типа они будут на гидравлических этих... крабах, блядь, соревноваться. Я даже пробью, блядь, вообще, есть ли она сейчас. Блядь, что за... X1 Mech Racing League. 8 месяцев... Блядь, она, видимо, стала не очень... это реклама. Она, видимо, не очень популярна, эта лига, я хуй пойми. Ну, типа, ни одного заезда или чего-то такого я не вижу. Видимо, это что-то супер локальное, понимаете? Может быть... какой-нибудь городки Германии, блядь, провинциальном, эта хуйня ходит и... И сейчас, знаете, как в каких-нибудь Гриффинах или еще откуда, он, короче, заваливается на правый бок, давит людей, все такие... Не в Гриффинах, а в Саус-парке, блядь, пожар начинается, блядь, все разбегаются вокруг этой хуйни. Ведущий бросает микрофон, блядь, такой съебывается от этого. Полная хуйня вообще начинается. Ой, бля, ладно, хорошо. А, уже, мы походу это произошло где-то здесь. Бля, слушайте, может это новая порнуха какая-то? Ну, типа, я не знаю. Выходит пожарный. Вот мне еще нравится, как выходит этот пожарный. Интересно, у работников пожарки есть синдром пожарника? Типа, когда они приезжают на вызовы, у них есть такая хуйня, типа, на меня смотрят, блядь. Буду действовать как пожарный из фильмов, ну хотя бы шланг буду доставать, типа... Блять, есть интересно такая хуйня или нет? Потому что вот этот вот пожарный... Вот этот пожарный сейчас, который слева, он прям такой... Как модель, блять, идет просто. Сейчас.
Есть такие, да? Ну, наверное, знаешь, такие есть везде, мне кажется. Блять, ну и шоу просто, ну и шоу. Комментарии отключены. Слушайте, я не понимаю, а почему хейтят эту хуйню такая? Может быть, у них с ней связан какой-то коррупционный скандал или еще какое-нибудь дерьмо? Почему везде, почему какой-то непонятный этот? Хотя дизлайков немного, но комментарии, блядь, зачем отключать? В общем, ладно. Странная хуевина, мы видимо, чего-то о ней не знаем.